Ребята, всем привет! В Абу-Даби в Арабских Эмиратах завершился 5-й международный турнир International Cup, в котором приняла участие сборная России. Сегодня я вам расскажу результаты. Давайте поскорее начнем. Многоборье гимнасток 2006 года и старше выиграла Лала Крамаренко. На втором месте оказалась Александра Скубова. Третье место заняла Алина Протасова. Многоборье гимнасток 2007 года выиграла Анна Попова. Второе место заняла Диана Чугунихина и третье Мария Борисова. Многоборье гимнасток 2010 года выиграла Влада Телятникова. Второе место заняла Ланцова София и третье место Николь Ремарачин Диас. Если я какие-то фамилии неправильно произнесла, извините меня, обязательно поправьте меня в комментариях. Лала Крамаренко и Анна Попова в своих возрастных категориях стали лучшими в упражнении с мячом, булавами и лентой. Алина Протасова и Мария Борисова были лучшими в упражнении с обручем. Среди гимнасток 2010 года в упражнениях с обручем и мячом первое место заняла София Ланцова. Упражнения с булавами выиграла Николь Ремарачин Диас. Поздравляю всех призеров и участников. Было очень интересно наблюдать за этими соревнованиями в Абу-Даби. Спасибо девочкам, которые выступают, которые радуют нас красивыми купальниками. Они очень красивые. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!